Если вы меня смотрите, то вы, наверное, заметили, что на моем канале давно не выходило ничего, кроме Geometry Dash. Я давно хочу записать какую-нибудь другую игру, и почему бы мне не записать катку в CSGO? Действительно, скажете вы. А я скажу, приятного просмотра. Всем шалом! Будем играть мы на Golden Новых, ведь это лучшее звание в этой игре. Да. Так, я немножко... А, вот, сюда. Я настолько хорошая Golden Nova, что я забыл, как заходить в ММ. Ну где же вы, мои петушки? Ну где же вы? Идем играть, пацаны. Так, я понял, в чем проблема. В том, что я все еще Сильвер. Что-то я просто... Установить контакт. Hey guys. Halt dich Fresse. Hallo. Hallo. Ich kann gar nicht. Ja, попались, блядь. Ай, ты мой Hurensohn, Mann. Какие хорошие тиммейты нам попались. Ой. Rush B. Okay, let's rush B! I'm rushing B, no, I'm not. Тихо! Я один в один, я знаю, где он. Бля! Простите, что я был в АФК. Мне надо было отойти. Максим, иди сюда! Я затащил. А, кстати, я сейчас пойду на лонг. Нет, на лонг я все-таки сейчас не пойду. Я закину великолепный смог. Бля! Так, у нас есть бот. You're the best player, boy. Так, я бомба. Значит, мне надо идти на бомба-плент с того места. Да вы розлите! В моих планах сейчас закинуться на Б. To be. Ну и я там буду ждать двое, как мне говорят вы из чате. Вот сейчас вы видели игру Gold Nova. I see. Alles klar. So sehe ich's. Я простелил! Вот это я бог! Вот это я бог! Вот это я бог! Вот это я бог! Хо-хо! Раскидки Gold Nova! Раскидки Gold Nova, однако! Last one short. Я просто похлопаю. Так, ходит легенда, что я должен сейчас взять дигл. Отлично. Хорошо сейчас играю, мне понравилось. Мы садим на Б, и он будет с ЛП. Молотов!
Сейчас я возьму, как умный мальчик, Гали. Ой, у меня у людей в команде большие капиталы. Они инвестировали в бинарные акционы. Видели, как классно? Просто унизил, бля. Изи. Мне понравилось играть с Галилом, однако. Еще не должно сейчас быть людей. Не должно, но они есть. Идет. Все, last tunnel. А, пойду за пленч. Бокс, I think. Потому что могу. Шот. GG. Могли бы сейчас заработать денег, убив его на нож. Ну зачем? Ведь мы же живем, блядь, в СССР, где просто всякий наебет. Видео подошло к концу, и я хочу с вами попрощаться и показать, каких трудов стоил монтаж всего этого. Дофига вот этих всяких эффектов, саунд-эффектов. Ну, первый опыт в КС-монтаже. Я думаю, это видео заслуживает лайка. Ну и я думаю, тоже заслуживаю подписки на канал. Ну а с вами был Сминт. Всем спасибо за просмотр и пока!